после чемпионата России, как бы, да, мы выдохнули в плане эмоционального фона. Стало, конечно, легче, что уже груз с плеч упал, мы уже стали чемпионами России, то есть на следующий год уже обеспечили себе выход и игру в Лиге чемпионов. Поэтому больше, да, началась концентрация на то, чтобы подготовиться уже хорошо к двум играм в Будапеште. Большой разницы нет, с кем играть. Просто должна быть хорошая подготовка к своему сопернику. А там уже кто сделает меньше ошибок, кто больше забьет, кто лучше стоит в защите, там будет много факторов. А с другой стороны, площадка одинаковая, поэтому просто нужно выходить и играть и показывать свой максимум. Так, только такой должен быть настрой. This week, after the victory, after 2 days free, you feel the energy of the preparation of Final Four with the staff who is making fantastic job on the preparation, and with the girl, the level of concentration on the training, on each training, you speak, they are looking at you with too many concentration, and it's not the same. Well, step by step, we imagine to prepare the week like that on the physical aspect, and I think in the mental aspect it's the same.